Это давеча продолжаем выпуск. Сотрудники полиции отмечают рост числа ограблений офисов моментальных займов. Только с начала года зарегистрировано 8 таких преступлений. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в одном из последних случаев. Инцидент произошел в начале октября в одной из организаций на проспекте Строителей. В помещение ворвался неизвестный в маске и начал угрожать ножом сотруднице офиса. Папки сюда! Буквально за 30 секунд злоумышленник похитил около 45 тысяч рублей. Его действия полицейские квалифицировали как разбой с применением оружия. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. По телефонам, которые вы видите на своих экранах, можно сообщить информацию о личности и местонахождении подозреваемого. Сотрудница офиса отметила, что мужчина был пьян, на вид ему 25-30 лет, рост около 180 сантиметров, был одет в темную кожаную куртку, светло-синюю кофту с капюшоном, синие джинсы и черную маску.